Добрый день. Хочу рассказать, как для зарядки IMAX B6 переделать компьютерный блок питания без всяких заморочек. И умных терминов. Вскрываем блок питания. Выпаиваем все провода и оставляем только зеленый, желтый, красный и два черных. Два черных. Уже есть переделанный зарядник. Вот так должно остаться у вас. Вот здесь впаял я уже штекер вместо желтого и черного. Вот такой штекер сразу для Макса. Что нам для этого нужно? Нам для этого нужно керамический конденсатор мощностью. Я поставил 7,5 ватт. Мне хватает, потому что он стоит напрямую к вентилятору. Их достаточно холодный. Не меньше 10 ватт нам нужен резистор от 3 до 10 Ом. Потом далее, что мы делаем? Берем, укрепляем каким-нибудь макаром. Я поставил на специальную кронштейн резистор, прямо под вентилятором у меня находится, и подключаем именно к резистору красный и черный провод. То есть мы нагружаем 5-вольтовую линию. И таким макаром мы можем спокойно снимать достаточное напряжение для IMAX. Если у вас нет резистора, вместо резистора можно поставить 21-ваттную лампу на 12 вольт от автомобиля. У нее сопротивление, если не ошибаюсь, около 6 Ом. То есть она тоже подойдет. Если все-таки у вас будет ошибку давать макс по питанию, увеличьте нагрузку, то есть мы поставьте две лампочки в параллель 21-ваттный, тем самым мы понизим до 4 Ом, до 3-4 Ом сопротивления и нагрузим еще больше 5-вольтовую линию. Дальше наше телодвижение. Зеленый мы впаиваем на массу. То есть из свободного гнезда, где мы выпаиваем черный, это вот весь ряд, это масса общий. Мы их впаиваем на общий сюда. Далее, что еще сделал? Я взял просто вентилятор, кулер, я его развернул, чтобы он обдувал и резистор, и внутренности. И для чего я это еще сделал? Так как кто пользовался Максом, он знает, что он обогревается, потому что ключи находятся снизу. Я, тупо говоря, просто Макс при зарядке располагаю сверху. Отсюда идет теплый воздух, идет воздух, обдув, и охлаждает наши ключи. Единственное, что я ограничил другие выходы, просто наклейки у меня были. Наклейки я вклеил сюда и здесь ограничил, чтобы в основной поток шел отсюда. Дальше, так как у меня есть много всяких 5-вольтовых, то, например, вот такой фонарик, он работает от литиевых батарей. Телефон, экшн-камера, они все зарядки. Я еще вывел 5-вольтовое питание вот сюда. Взял старый хаб. Разобрал, он не рабочий. Аккуратно дремером вырезал три отверстия, вклеил стойки, также выломал из. А вот оно, кстати, здесь. Взял вот эти стойки, выломал, на эбоксидку приклеил и вставил хаб сюда.
К нему я подключил светодиод. Это светодиод, сигнальный светодиод. Он показывает, что включен блок, хотя можно было и без него, вентилятор шумит, слышно. И мы параллельно подключаем к этому резистору, эти, берем отсюда же 5 вольт с этих двух проводов. Ну, в принципе, и все. Ну вот я собрал блок до кучи. То есть, чтобы вам показать, переделка, вот 2 ампера. Стояла, обычно я больше 1 ампера не заряжаю. Аккумулятор 3S, 6 мега, 6000. То есть включаем. Заряжает, никаких ошибок не выдает на 4,5 ампера. Но повторюсь, мне такой ток не нужен, я никогда не заряжаю такими большими, обычно ставлю максимум ампер. Спешить некуда. В поле, да, дома спешить некуда. Также если у нас работает зарядка 5-вольтовая, соединяем сюда. Это также перекуплен в Китае, переделанный, очень хороший. Мне понравился фонарик. Заряжаем сюда и заряжаем. Ну все, вроде бы все ясно. А, да, еще о потоке воздуха, что я говорил. Поток воздуха достаточно высокий от этого вентилятора, так что поддув снизу охлаждение мне нравится. Но по-любому я буду и макс доделывать. Хочется сюда поставить вентилятор маленький, найти пока нет у меня такого. Как попадется, я поставлю сюда. Сейчас весна, будем выезжать на природу, пробовать технику, а заряжать не хотелось бы утерять. Ну вот, спасибо. Это все.